Резервов на выплаты долгов хватит, Нацбанк. В ближайшие два года Украина должна выплатить около 12 миллиардов долларов, а резервы составляют 28 миллиардов. Накопленных международных резервов достаточно для выполнения Украиной своих обязательств по погашению долгов в ближайшие два года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка. В 2019-2020 году Украина должна уплатить 11,9 миллиардов долларов США. И многие задаются способностью Украины выплатить такие средства. В настоящее время международные резервы составляют 28 миллиардов долларов США, то есть их достаточно для выполнения Украиной своих обязательств, говорится в сообщении. На фоне значительных по объему выплат, как отметили в Нацбанке, накопление резервов будет способствовать дальнейшее активное сотрудничество с международными финансовыми организациями и операции НБУ по выкупу избытка валюты на межбанковском валютном рынке. Как известно, в 2018 году международные резервы выросли до пятилетнего максимума, увеличившись по итогам года на 10,6%. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.